Всем привет, друзья! Лазерская, похоже, немножечко смывает. Я сейчас уже во Владимире. Сейчас прочистим эту штуковину, чтобы вода со двора уходила. И выйдем на улицу. Дождь уже ослаб, но все равно он достаточно сильный. Я вам сейчас покажу. Я поставил на загрузку ролик, который снимал вам после эфира. Но грузиться он будет, ребята, еще часа два. Смотрите, что творится на улице. Тапки лучше снять сразу. Просто река. 10 сантиметров 10, и такой напор хороший, я вам скажу. По всей улице колораж. Естественно, идет она издалека, долго. Река Волга. Снимаю я на телефон. Тут уже объяснил, что грузиться будет очень долго. Был по сей момент грузится ролик. Река на улице Колораж. Представляете? Не знаю. Будем надеяться, что дождик уже сильнее не будет. Кто же его знает. Представляете, что творится сейчас на Свирке, какие волны идут. И там вообще все бушует. Ну так чуть-чуть проясняется. Самую малость. Выходит солнышко. Нет, задает. Смотрите, форсирование Днепра. Ну, конечно, может быть не очень удачное сравнение. Учитывая, что последний Днепра это был у нас в годы Великой Отечественной войны. Ну вот, чтобы перейти на противоположную улицу, надо прямо идти по грязной мутной водичке. Всем привет и ждите, там будет еще ролик, там побольше воды. Немножечко. Зебра, пол зебры вообще плавает. Всем пока. Привет с улицы Колораж. Пацаны зато за счастливые. Смотрите, чуть-чуть послабее дождь стал. И все. Народ вышел на улицу. Обычно мы в такие времена пускали лодочки. Вот там девчонки фотографируются. И Володя с ними. А, смотрите, а. Оба как. Ну давайте. Леша. Я снимаю. Специально для этого, скажи. Алексей, специально для меня Володя сейчас нам форсирует реку улицы Колораж. А как очки продавать? Да никак не продавать. Всем привет. А тебя он тоже уже снимает. Короче, будет он звездой Ютуба. Не расстраивай людей. Так уже кто приехал, все расстроены в чувствах. Так что все хорошо, распогодится. Всех ждем. Ждем. Да все будет нормально, ребят. День-два и все. Я думаю, даже завтра будет, все будет хорошо. Всем привет. Не обязательно быть на море, чтобы купаться. Достаточно. Просто улицы Колораж порой. Все снимают. Я, знаете ли, друзья, не пойду, наверное, на Свирку. Не поплыву, просто по лужам по таким мне ездить не хочется. А вот в устье реки я все-таки схожу. Сейчас посмотрю, как будет грузиться вода. Вода. Смотрите, Нива плывет. Вот такие машины у нас весьма популярны. А? Так, пойдемте сейчас на стелу тогда, раз там по колено, ребят. А, там ребята идут тоже уже, все. Идемте на стелу. Тапки слетают просто с ноги и остаются где-то. Мы плывем на стелу. Я, правда, скажу вам по секрету, не включил режим Full HD.
А может и не надо, может жди, хватит. Привет. Пойдем на Стеллу. Проще разуться, уже идти пешком. Володя говорит, что там... О, только не вот бегин, вот эти вот. Так, надо прятаться от бегина. Тут уже тротуар поплыл. Смотрите, прям лужу на тротуаре. А когда проезжают машины вообще... Вау! Тут реально море. Море. На противоположной стороне тоже вон все ходят прям по лужам. Смотрите, тут уже бордюр под водой. А мы плывем. Симбад-мореход. Танцор диско. Да, я видел, да, уже откачивают подземных улиц. Ой, подземных улиц, что я несу. Все плывет. Скажите, а к морю по воде идти надо? В ластах. И каноэ. О, кому-то уезжать. Надо радоваться, а не фотографировать. Радоваться и фотографировать надо. Смотрите, что тут творится. Ливневка. Там вот ливневка, ребят. Которая прям вот все. Должно, по идее, уходить в море. А тут... Как тут проплыть? Нормально. Смотрите. Это вот правильно. Эластами. Мерседес. Мерседес. Чуть-чуть, и смотрите, выхлопная труба уже. Бенз. Это конец. Знаешь, песня такая была. Народ. Стелла поплыла вообще, смотрите, все. А там, кстати, молнии, грома молнии там еще. Вы будете идти, стоите за очками, да? Да. Сейчас открою. Розовые очки надо. А, ну да, точно. Смотрите, какая вода тут стоит. Вот этот бордюрчик, вы помните. Кстати, гром слышите? Привет. Ливневка не справляется. О, майн гад. Это набережная, ребят. Мы прям плывем. Тут не по колено, конечно, но так нормальненько. Мы плывем по набережной. Буквально вот море. Это надо вам показать. А я вам про победу рассказывал. Этот ролик я загружу с телефона. Возможно, он загрузится чуть-чуть пораньше. Дети вон с коляской, точнее, люди с коляской. Выплывают практически. Все, течет прям вообще. Это все скалораж, не успевает, ливневки не срабатывает, поэтому все потекло на набережную. Набережная в воде. Ну, настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Как говорится, вон видите, малыша там. Смотрите, что творится тут, прямо вот здесь, под этим колесом. Все вот прям смывает поток пляжа прям в море уходит. Сейчас подмоет там вот эти прыгалки. Вот так вот. Народ плывет прям по улице. Ну, как и я это делал только что. Кто-то лодки сколачивает. Нормальненько киосочки вообще плавают. А вот в советские времена были ливневочки. И вот тут 20-30 сантиметров воды, которые сейчас покрывают набережную. Такое было бы невозможно.
Как плывется, ребят? Нормально. А откуда вы приехали? Питера. Ну, вы к воде привыкшие. Знаем, знаем. В Питере пить, а в Лазаревской плыть, как говорится. А вот это вот уже опасно. Провода под напряжением. Ну, конечно, они высоковато, но все равно, кто его знает, что да как. А то я сейчас буду коряжиться тут. И в мукор помру. Все, ребят, всем пока. Я загружаю этот ролик, чтобы он быстрее пришел. Возможно, вы увидите его еще раньше, чем тот, который вот грузится с улицы Победы. Пить или пить, в Лазаревской плыть. Всем пока. До новых встреч.